до нашого ефіру долучається Юрій Баляба, завідуючий відділенням судинної хірургії. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час. Тож бачимо, що у судин важлива місія, але які є захворювання, найпоширеніші судин і чи є вони? Може, їх і немає. Вам слово. Спасибо, что пригласили на передачу. Конечно, за 10 минут, 12 сложно. Мы спробуем. Спробуем. Вот так. Сложно объяснить, даже объяснить, что такое сосудистая хирургия, но мы попробуем. Да. То есть основное, да, такие две основные группы, да, артериальная и венозная патология. Конечно, сводить сосудистую хирургию к проблемам только нижних конечностей, наверное, не стоит, потому что сосудистая хирургия. Вы имеете на увазе варикоз, да? Варикоз, облитерирующий, это потому что сосудистая хирургия занимается проблемами и сонных артерий, брахиоцефальных, которые как раз снабжают головной мозг, верхние конечности, аорты, аневризмы и все остальное. Ну, давайте немножко так разделим. Так, да, чтобы было зрозуміло. Нам... Потому что чаще всего встречающиеся патологии то, что как бы снаружи, да, это ноги. Люди видят, если есть какие-то проблемы артериальные, венозные. Ну, давайте вот начнем. Самая тяжелая все-таки патология – это артериальная. Несмотря на то, что варикоза вроде как больше всего, но самая инвалидизация и летальность, да, погибает людей больше всего при артериальной патологии. То есть с возрастом в организме происходят такие изменения, когда в артериях начинают вырастать атеросклеротические бляшки. То есть разные причины этого, может быть, врожденные, повышенные. Там, буду говорить уже не врачебными терминами, стараться приблизиться. Да, да, я ваш пациент, у вас на приеме зараз, да? Хочется разобраться. Да, то есть вырастают бляшки. Причины основные, в принципе, пять их. Это повышенные, да, грубо говоря, холестерин, мужской пол, курение, сахарний діабет і повищене давлення. Тобто 5 факторів. Так, тобто із 5 факторів ви хотіли, що чоловіки більше страждають на атеросклероз, якщо ми вже про нього зараз говоримо. Чому? Чому така тенденція? Гормональний фон, це вже більше гормональний фон, це вже наступне, не будемо углублятися. Вот, то есть из этих 5 факторов мы можем повлиять на 4. То есть на пол менять, ну хотя его вроде меняют, пол, ну давайте на этом не так будем, да. На все это курение, холестерин, давление и повышенный сахар, на все это можно повлиять и очень даже эффективно. Начинают расти бляшки. Бляшки могут расти везде. Если там в сердце, в коронарных артериях вырастает, появляется ИБС, стенокардия, инфаркт и все что угодно. Давайте и так остановимся уже локально нижней конечности. Первый симптом, когда начинают вырастать бляшки в артериях, то есть перекрывает кровообращение в ногах. Это происходит хронически. Острые ситуации мы будем сегодня уберем. Хронически происходит, перекрывается, и, грубо говоря, когда человек идет, не хватает кислорода, который приносится кровью, мышцам появляются боли. То есть человек проходит какое-то расстояние, 100, 200, 300 метров, и постоянно у него появляются боли, надо остановиться. Как раз восстанавливается кровообращение, то есть так называемый симптом перемежающейся хромоты. Это один из наиболее симптомов, правда? Да, вот такой вроде ранний, не ранний, но вот тоже с чем, по крайней мере, когда еще нет трофических изменений, я имею в виду некрозы, какие-то боли, покои, которые изнуряющие, не дают спать, жить и все остальное. Так вот человек проходит, поначалу даже вроде не замечает. Лечит от чего угодно. Остеохондроз, да, артрит, все что угодно. Человеку уже дадут инвалидность по поводу. А вот потом появляется, вам кто-то из брюки когда-нибудь снимали перед доктором, потом выясняется, что нет. А там закрыты уже подвздошные артерии. Давным-давно уже надо что-то решать, человек в таком риске потерять ноги. Людина якого віку, вибачте? От який вік переважно страждає від таких хвороб? Ну, все-таки не можна назвати, ну, пожилий возраст, це зараз по новій градації. МОЗ, ну это уже там 90 или 80 лет, в принципе средний возраст, от среднего, то есть скажем так, у нас были люди с атеросклерозом уже и в 45 лет, это молодой возраст для атеросклероза, в среднем где-то 55-60 уже после 60 так, появляется. Вот.
чаще мужчины, я уже говорил, и опять вот эта перемежающаяся хромота. Потом следующим этапом человек не обращает внимания на это, или может обращает, но как-то не очень. Да? И следующим этапом уменьшается дистанция ходьбы. То есть если раньше он ходил 200-300 метров, останавливается, потом уже проходит 20 метров, надо останавливаться. Останавливается как? Перекурил, ну конечно, как же без этого. Умовно, кажется, давайте. Пошел дальше. Следующему там уже появляются боли. То есть человек, уже в покое не двигаясь, у него периодически по ночам не дают спать. Вот в этой ситуации уже что-то начинают все предпринимать. Или тоже так же бывает, не хватает кровообращения, поменял обувь, натер мозоль. И вот с этого начинается проблема омертвения пальца. Ну, сначала язва, омертвіння, ну і потім далі. Тобто при цих перших симптомах одразу варто звертатися до лікаря. Звісно. От ви вже кажете, важко. Які ще симптоми, наприклад, якщо не в ніжних кінцівках, а якісь інші є? Тому що ми такі люди терплячі, що до останнього йдемо, ви кажете, зупинились і пішли далі. Може ще є якісь симптоми? Дело в том, что мы сейчас, если брать другие бассейны, мы сейчас... На годину тут делаешь. Да, этого будет, поверьте, не хватит. Добре, тоді давайте так, профилактика. Профилактика, да. Профилактика тоже в конце, насчет лечения. Сейчас сосудистая хирургия – это достаточно высокотехнологичная специальность в медицине. То есть здесь одним ножом и пинцетом не обойтись. Компьютерная томография. Сначала диагностика идет. Компьютерная томография с возможностью контрастирования ангиографии, МРТ, магнитно-резонансное, дуплексное сканирование. И, конечно, золотой стандарт – это ангиография. Непосредственно пунктировать артерии и вводим под давлением контрастное вещество. И на компьютер записываем и видим, как это все распространяется, уже глазами видим. После этого мы уже можем определиться, что конкретно этому человеку надо, какое лечение. В Миколаеве мы практикуем такое. Да, у нас два ангиографа во всей Николаевской области. Это областная больница. Одним ангиографом, на одном стационарной, очень мощных, ну, правда, старенький, ангиограф-кардиологи работают, на втором работаем мы, то есть непосредственно занимаемся не только диагностикой, но вот, наверное, все слышали такое стентирование, да, как в сердце ставят, там, пружины, или то же самое у нас в мире, если брать вот артериальную патологию нижней конечности, Европа, ну, в Америке чуть больше, в Японии чуть больше, приходится где-то 70% эндоваскулярных вмешательств, то есть работа мини-инвазивная работа, когда мы через прокол артерии можем делать достаточно большие вещи, открывать большие закупоренные участки артерий, туда вставлять стенты и восстанавливать проходимость. Возможности эндоваскулярной хирургии больше, чем открытые, то есть когда открытая хирургия человеку дают наркоз, и мы скальпелем работаем. То есть в мире соотношение где-то 70% эндоваскулярной мини-инвазивной, потому что фактически можно даже под местной анестезией делать, не всегда приглашая анестезиолога и так далее. 30% уже открытая хирургия. У нас в Николаеве, по крайней мере, в нашем отделении, в Николаевской областной больнице, областной сосудистой, у нас такая тенденция есть, и такое приблизительно, то есть мы где-то 70. Сейчас, не имея ангиографа, чем-то думать о чем-то приличном, о каком-то методе лечения именно артериальной патологии нельзя. Я так понимаю, что пигулками тут справу ніяку. Ну, как раз, я бы сказал, пройти, как это, не почистить сосуды. Ну, об этом забудь. Почистить сосуды можно вот только так. Але ж, знаєте, популярно, да, от навіть і ліки рекламують ваші судини для того, щоб вони були там, все з ними нормально. Тобто ви ні, кажете, тільки у таких втручань. Смотрите, да, чистить сосуды. Чистить сосуды, грубо говоря, вот если мы имеем трубу, которая забита, то можно только или прочистить чем-то реально, или в обход другую трубу, в обход вот этого засора. То есть это вот как бы принцип артериальной сосудистой хирургии. Но здесь как раз или хирургия, и плюс, как вы эти таблетки, да, пилюльки. Как раз я не сторонник капаться. Капаться – это абсолютно выброшенные деньги. Но нормальной хирургии и с хорошо подобранной терапией именно таблетки – холестерин снижающий, да, препараты, которые... Переходимо до профилактики, тому що, на жаль, дуже швидко летить час, да,
холестерин, да, вот така, из наиосновнейших проблем. Давайте смотрите, профилактика. Я изначально уже назвал 5 основных причин к атеросклерозу. Ну, я так понимаю, времени мало, мы уже к венозной патологии, наверное, не подойдем. 5 основных причин. Значит, еще раз, да, мужской пол мы влиять не будем. Дальше, следующий идем, холестерин, понятно. Харчевание. Это харчевание, да, диетическое мясо, курятина, индюшатина, уменьшает. Все життя, їсти смажене все життя? Значить, слід, ну це у кого? Ну нормально, не їсть смажене, вполне прилично. Запікаємо в духовці, поменше масла, запікаємо в духовці. Убираємо легкі углеводи, тобто сладке і все остальное. Все життя, знову ж таки. Ні, ну це образ життя. Якщо ви міняєте образ життя, це не складно на самом деле. Наоборот, коли приходиш к жареному, вже не розумієш, як це було. Дальше холестерин, следующее, повышенное давление, да? Давление надо таблетки принимать не тогда, когда повышенное давление, а для того, чтобы оно не повышалось. Да. То есть, если мы постоянно регулярно мерить, смотрите, если ваше 120-140, это уже повышенное. Угу. 120 есть ваше, 110-120 нормально принимаем, если не принимаем, хорошо. Снижаем вес. Тоже это идет гипертония. И дальше идет снижение веса, сразу мы выходим на диабет. Потому что избыточный вес, живот – это дополнительный гормональный орган, который влияет. То есть, враховуючи все эти ваши аспекты, мы вытягнем хворобу, чи взагалі її попередимо и її не будет? Ну, по крайней мере, мы можем, большинство заболеваний, которые существуют в мире, они хронические. И смысл лечения в том, что да, есть обострение заболевания, есть ремиссия. То есть смысл любого лечения любого заболевания – продлить ремиссию, то есть продлить тот момент, когда ну, фактически болезнь дремлет, и уменьшить проявление ну, обострения, скажем так. То есть мы можем, болезнь мы не победим, но можно жить так, что мы, в принципе, не будем… Чтобы это было комфортно. Чтобы это было комфортно, не ограничивая себя. Дякую вам, дякую за комфортную розмову. Юрій Баляба, заведующий відділенням судинної хірургії, був у нас в гостях.